ていうので言うと、молодежь высунулась из окна и играет.
товарищи. Украинский флаг. Держится одной рукой. Ресторан. А этот не хочет слазить, ему там понравилось. Сидит, товарищ. Thank you.
крышу собора поддерживают святые. Тут один, тут другой, тут какой-то третий. Что это посольство Японии. Сейчас переспать. Очень красиво. Рядом с Карловым мостом. Это Швеция. Посольство. Это какое-то государственное здание. Здание с лошадиными головами. Может, тут стане или конюшня когда-то какая-то. Ресторан «Ученый» называется. Чешское общество защиты животных. Пускаемся купить в этот ресторан. Ступенечка вниз. Так, снимаю вот такой вот ресторанчик. Вечереет, почти темно, и тут встречается мне огромнейший украинский флаг.
развивать. Сейчас подойдем, посмотрим, что это за здание. Парламент Чешской Республики. Вот оно что. Тогда понятно, почему такой огромный флаг Чешской Республики и Украины.